Привет! Давайте начнем нашу серию видео по изучению строения самолета с темы «Fuselage and Main Planes». Так как вся данная информация будет использоваться при подготовке к теоретическому экзамену, вся терминология будет даваться на английском языке. Давайте приступим к изучению конструкции учебного самолета. На данный момент в мире существует огромное количество модификаций самолетов, отличающихся по весу, по количеству и типу двигателей, по конструкции фюзеляжа, по грузоподъемности и пассажировместимости, но и по многим другим признакам. Но наиболее интересным сейчас для нас самолетом является наиболее популярный самолет в авиационных школах в Европе и Соединенных Штатах Америки. Это 152-я Cessna, но вдобавок мы будем рассматривать еще и 28-й Piper, как его аналог, как аналог Cessna, но только лишь с нижним расположением крыла. Например, также 152-я Cessna имеет взлетный вес 750 кг, максимальный взлетный вес, укомплектована одним двигателем внутреннего сгорания, с фиксированным пропеллером, с фиксированным шагом пропеллера, с фиксированным шасси, имеет всего два места для пилотов, для студента-инструктора, управляется на довольно-таки низких скоростях, менее 110 узлов, очень проста в управлении, допускает ошибки в управлении и позволяет быстро их исправлять, а также имеет хорошую обзорность ввиду высокого расположения крыла. Piper не так часто используется в качестве учебного самолета, так как он более требователен к управлению, управляется на чуть более высоких скоростях, но все же часто встречается в авиационных школах. Здесь мы видим схематично изображенный самолет, нашу Cessna, а мы видим здесь фюзеляж, к нему крепятся крылья, powerplant, landing gears, шасси, ну и стабилизирующие поверхности, это у нас empennage. Фюзеляж, кроме того, как собирает самолет в единое целое, также еще служит для размещения грузов, пассажиров, пилотов. У нас есть три основных типа конструкции фюзеляжа. Framework – это рамная конструкция, наиболее старая, я думаю. Monocoque и полумонокок, semi-monocoque. Это у нас, в качестве примера, это у нас конструкция 152-й Cessna. Давайте рассмотрим положительные и отрицательные стороны рамной конструкции фюзеляжа. Это действительно очень старый тип конструкции. На самом-то деле, изготовление самых первых в мире самолетов началось именно с рамной конструкции, потому что данная конструкция проста, дешева. Она состоит всего лишь из стальных трубок, продольных и диагональных, сваренных вместе. Внешняя поверхность, скин, данного типа конструкции фюзеляжа не является нагруженной, то есть она не несет никаких стрессовых нагрузок, поэтому в качестве данной поверхности может использоваться даже авиационная ткань. Положительная сторона данного типа конструкции в том, что она довольно надежная. Какие-то локальные повреждения фюзеляжа не вызывают всеобщего ослабления конструкции. Но она довольно-таки тяжелая. И вес, и стоимость, и сложность производства растет значительно вместе с размерами самолета. А теперь переходим к монококу. Это довольно-таки новый, современный тип конструкции фюзеляжа. Фюзеляж делается из внешней оболочки, которая поддерживается формерзами. Внешняя оболочка монокока является нагруженной и несет все нагрузки, которые возникают в процессе эксплуатации самолета. Данный тип конструкции фюзеляжа легкий, но наиболее неприятная, негативная сторона монококового типа – это то, что локальные повреждения фюзеляжа могут вызывать серьезные нарушения структурной целостности всего фюзеляжа, и что может привести к разрушению самолета в целом. Также данный тип конструкции довольно-таки сложен и дорог в производстве, так как материалы, оболочки должны быть жесткими, противостоять деформации и при этом быть легкими. Обычно нагруженная оболочка делается из композитных углеводородных материалов,
извините, углеволоконных материалов, ячеистой структуры, которая позволяет давать, которая дает достаточную жесткость при довольно, ну, при сравнительно легком весе. Данный тип фюзеляжа обычно используется при построении дорогих самолетов среднего класса, среднего размера. Переходим к семимонококу, то есть полумонококу. Это, я думаю, наиболее популярная конструкция фюзеляжа в последнее время, используемая при производстве современных самолетов, начиная с легких самолетов типа нашей Cessna и заканчивая теми же Боингами и Аэрбасами. Причина одна – данный тип конструкции наследует положительные стороны обоих предыдущих рассмотренных нами типов – рамной конструкции и монококовой. Эта конструкция легкая, жесткая, сравнительно простая и недорогая в производстве. Могут применяться широко распространенные алюминиевые сплавы или другие сплавы легких металлов в производстве данного типа конструкции. Полумонаковая конструкция состоит из той же самой оболочки, нагруженной оболочки, что и в монококе, но при этом внешняя оболочка также поддерживается стрингерсами, как и в рамной конструкции. Они берут на себя часть нагрузки и равномерно распределяют ее по всему фюзеляжу. Фюзеляж, выполненный по данному типу конструкции, имеет высокую структурную целостность, может переносить локальные повреждения и локальные же ремонты внешней оболочки. Окей, давайте закончим с конструкцией фюзеляжа и перейдем к конструкции крыльев. Конструкция крыльев делится на три основных вида. Это старые добрые бипланы, biplanes, braced monoplane и cantilever monoplane, консольное крыло без каких-либо поддерживающих элементов. Давайте начнем с бипланов. Бипланы – это наиболее присущий тип конструкции крыла для старых самолетов. На самом-то деле, вся наша авиационная история началась именно с постройки бипланов. Конструкция бипланов проста, имеет два уровня крыльев, то есть аэродинамических поверхностей, нижний и верхний, upper and lower, соединенные вместе распорками, struts, и стяжками, wires. Конструкции бипланов имеют хорошую жесткость, но именно за счет большого количества конструктивных элементов они довольно-таки тяжелы и имеют довольно высокое аэродинамическое сопротивление потоку воздуха. По причине высокого аэродинамического сопротивления бипланы летают с довольно низкой скоростью, менее чем 200 узлов. Опять же, по причине низкой скорости и высокой подъемной силы бипланы не требуют длинных взлетно-посадочных полос и могут использоваться на неподготовленных поверхностях. На самом-то деле, в эру бипланов во время развития нашей авиационной истории не было никакой инфраструктуры авиационной, и пилоты использовали для взлета и посадки любые подходящие для этого поверхности Земли. Здесь мы видим профиль самолета, сильно напоминающий нашу 152-ю Cessna. Это хороший пример самолета с конструкцией крыла Braced Monoplane, когда у нас есть один уровень крыльев, поддерживаемый боковыми распорками. Это классическая конструкция для малых самолетов, легких самолетов, производство, начиная, наверное, с 60-х годов. Если не ошибаюсь, первые модели 150-й Cessna как раз были выпущены в то время. Данная конструкция имеет хорошую жесткость. Причина появления данных распорок на крыльях довольно проста. Раньше еще не было технологий, которые позволяли бы жестко и надежно прикреплять крылья к фюзеляжу без существенного увеличения их веса. Поэтому данные распорки решали эту задачу. У данного типа конструкции за счет меньшего количества элементов и за счет только лишь использования одного уровня крыльев было намного меньшее лобовое сопротивление по сравнению с бипланами. Поэтому самолеты с монопланы с одним уровнем крыла уже могли развивать большие скорости до 250 узлов в среднем. А теперь переходим к другому типу конструкции крыла. Это cantilever monoplane, то есть консольное крыло.
Данный тип конструкции крыла наиболее присущ к современным высокоскоростным самолетам. Одним из примеров самолета с данным типом крыла мы можем назвать как раз и Piper PA-28. Есть еще и варианты с высоким расположением крыла. В качестве примера можно назвать, например, 182-ю Cessna, у них как минимум есть одна модификация без боковых распорок. Или то, что тот вариант, который мы уже озвучили, это Piper 28 с нижним расположением крыла. По причине низкого лобового сопротивления консольное крыло позволяет самолетам развивать большие скорости. Данный тип конструкции наиболее сложен в производстве, в изготовлении по причине того, что конструкция крыла, способ прикрепления крыла к фюзеляжу самолета должна быть жесткой и позволять выносить высокие нагрузки, такие как изгиб и вращение, твистинг. Конструкция крыльев в целом довольно схожа для любых типов крыла и представляет собой стрингерзы. Это продольные элементы крыла, поддерживающие аэродинамическую поверхность. Ribs – поперечные элементы крыла. Они поддерживают стрингерсы и передают всю нагрузку к лонжеронам. И лонжероны – spars. Лонжерон может быть один или может быть несколько, в зависимости от размеров и типа самолета. Лонжероны берут на себя нагрузку и передают ее к фюзеляжу. В основном лонжероны испытывают нагрузку на кручение и на изгиб. Stringers, ribs и spar образуют так называемый torsion box, который противостоит нагрузкам на кручение и передает, собственно говоря, всю эту нагрузку на лонжероны, создавая жесткость крыла с минимальным весом. Аэродинамическая поверхность крыла, skin, может быть как напряженной, то есть как несущей нагрузку, так и не несущей нагрузку, как на старых самолетах. Обычно все данные элементы крыла для обеспечения легкости, обеспечения малого веса изготавливаются из алюминиевых сплавов. И также обычно в корневой части крыльев, уже ближе к фюзеляжу, как раз таки в группе Torsion Box располагаются и топливные баки. Здесь мы видим профиль крыла. Аэродинамику крыла мы будем рассматривать несколько позже. Просто хотелось подметить, что для крыльев есть еще несколько довольно распространенных определений. Это leading edge – передняя кромка крыла, trailing edge – задняя кромка крыла и chord line – харда. Это некая, скажем так, воображаемая линия, находящаяся между самыми удаленными точками от leading edge до trailing edge. Мы используем харду, chord line, для измерения угла атаки крыла, например, или для приложения векторов аэродинамических сил. Окей, хорошо. Теперь перейдем к хвосту нашего самолета и обсудим стабилизирующие поверхности, вертикальные и горизонтальные стабилизаторы. Хвост, данные все поверхности, называется empennage. Есть также еще и другие типы empennage, например, V-tail, T-tail, но данный вот вариант конструкции стабилизирующей поверхности является наиболее распространенным. Горизонтальный стабилизатор используется для контроля положения и движения самолета вокруг его боковой оси, что дает нам продольную стабильность, longitudinal stability. А также у нас на плоскости горизонтального стабилизатора есть еще и elevator, руль высоты,
Он, соответственно, управляется пилотом, может отклоняться вверх или вниз. Соответственно, при его отклонении вверх или вниз меняются аэродинамические силы на хвосте, на горизонтальном стабилизаторе, направленном также вверх или вниз. Данное изменение аэродинамических сил позволяет контролировать положение самолета в пространстве, опуская нос вниз, называется pitch down, или поднимая нос наверх, pitch up, что, собственно, позволяет контролировать высоту самолета в пространстве. Вертикальный стабилизатор позволяет нам контролировать положение в пространстве и менять его относительно его направления полета. На самом-то деле направление движения, направление полета в этом случае вертикальным стабилизатором не меняется. Это у нас называется directional stability. На плоскости вертикального стабилизатора есть rudder, руль направления, положение которого пилотом может меняться, радар может отклоняться влево или вправо нажатием, соответственно, левой или правой педали. Отклоненный руль направления создает боковые аэродинамические силы на вертикальном стабилизаторе, и эти силы, направленные со стороны, из стороны в сторону, собственно, поворачивают наш корпус самолета относительно оси его движения. Руль высоты, элеватор, собственно, все это контролируемые поверхности, аэродинамические поверхности. В следующем видео мы детально рассмотрим процессы, аэродинамику этих процессов, процесс управления самолетом. Спасибо за просмотр. Комментируйте или давайте ваше предложение по улучшению данного видео, данного курса. Спасибо еще раз. Увидимся в следующем видео.